Известный телеграм-канал рассказал, что Олег Газманов провел собственное расследование. Телеграм-канал сообщает, что Олег Газманов подключил все свои связи в высокопоставленных кругах и провел собственное расследование. Были опрошены сотни людей и изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения. Проделанная работа дала результат. Олег Газманов пришел к выводу, что известного актера Никиту Михалкова отравили. Он не исключает, что в этом замешаны спецслужбы других стран. Как известно, Никита Михалков пользовался уважением в российском обществе. К его мнению прислушивались и разделяли его огромное количество людей. По одной из версий, именно это и могло стать мотивом. На одной из видеозаписей видно, как мужчина в момент, когда Михалков отворачивается, что-то подсыпает ему в стакан. Уже через день Михалкову становится плохо, и его ложат в больницу. Врачи обнаруживают проблемы с легкими и ставят ему диагноз ковид. На первый взгляд все очевидно. Мужчина 77 лет, проблемы с легкими и повышенная температура. Но в дальнейшем появляются иные симптомы, которые указывают на отравление. Вероятно, на то, что врачи поставят диагноз ковид, и был расчет преступников. Как утверждает Олег Газманов, есть некоторые нити, ведущие к Ксении Собчак. Сейчас известный певец все результаты расследования передал в ФСБ. Также ему удалось узнать имя человека, который подсыпал в стакан Михалкову неизвестное вещество. Он также передал информацию о нем и саму видеозапись в ФСБ.